Я убежден, у нас имеется большинство, молчащее перед лицом американской надменности, перед лицом американской наглости и диктатуры АНБ в нашей стране. Молчащее большинство незаметно, пока каждый отдельно взятый не находит в себе смелости, потому что думает, что он одинок. И в этой ситуации главная задача журнала, аналогичного нашему, журналу «Компакт», является предоставление молчащему большинству площадки для самовыражения. И призыв к мужеству говорить правду, что является нашим новым девизом. Мужество говорить правду. Мы говорим о правде не в стиле газеты «Правда», а о выражении тех вещей, которые, в общем-то, очевидны, которые известны каждому. Но они табуированы новым мировым порядком, и поэтому о них нельзя и помыслить. Как раз об этих вещах мы, журнал «Компакт», и хотим говорить. Например, о том факте, что Германия по-прежнему является оккупированным государством. Например, о том факте, что мы, родившиеся после войны, не несем ответственности за преступления нацистов. Например, о том факте, что США, а также Израиль, представляют собой наибольшую опасность для мира на планете. Германия начинает борьбу за свою независимость. Почему? Потому что Германия на сегодняшний момент, как и Япония, это страны с очень сильно ограниченным суверенитетом. На их территории находятся американские военные базы. Вспоминаем историю. Советский Союз имел базы на территории Китая, имел базы на территории Восточной Европы, на территории ГДР. Этих баз сегодня нет. Все, наши войска вернулись на территорию Советского Союза. Американские войска забыли вернуться на территорию Соединенных Штатов Америки. У них много важных дел, они везде несут демократию. Поэтому о таких мелочах, что они задержались где-то на 50 лишних лет, они забыли. Вопрос. Что делают американские войска на территории Германии сегодня? Когда задаешь этот вопрос немцу, очень интересно на него смотреть. Первый у него ответ вырывается такой вот навеянной пропагандой. Они защищают. Я говорю, очень хорошо. От кого? От Польши, члена НАТО? От Франции, члена НАТО? Может быть, от Люксембурга защищают? Может, от страшной Голландии? От кого защищают? Тут у немца начинает, значит, мыслительный процесс. Говорит, да, что-то не так. Американские войска приглядывают за Германией, чтобы она не вышла за рамки того, что она должна делать. Вот это и есть ограниченный суверенитет для Германии. Немцы борются за это. Они пытаются то ядерное оружие вывести со своей территории. И сейчас они подошли к экономической, значит, составляющей. Мы с вами видим, что сегодняшний миропорядок, экономический, политический, начинает разваливаться прямо на глазах. И в этом смысле все начинают, так сказать, возвращать себе свои ценности. И вот Германия вдруг, ну, понятно, что не вдруг, да, я сейчас буду немножко утрировать, германский парламент задается вопросом, а где же золотой запас Германии? То есть год назад этот вопрос германских парламентариев не волновал. Ну, какая разница, где этот золотой запас? Там 10 лет назад они вообще не забивали себе такую ерунду и голову. Они боролись за зеленый атом, не знаю, там, за еще что-нибудь, за права геев и лесбиянок. Но какая разница, где золотой запас? Ведь все же общие человеки, все же дружны, все хорошо. И вот парламент, естественно, по инициативе Ангелы Меркель и германской политической элиты, издает распоряжение, которое должен, значит, парламент издавать. Что там с нашим золотым запасом? С этим вопросом они идут к независимому Бундесбанку. Бундесбанк – это аналог нашего центрального банка. Подчиняется он ФРС, и германскому правительству он никак не подчиняется. То есть все то же самое. Центральный банк говорит, все хорошо, не волнуйтесь, 1800 тонн лежат в надежном месте. Где, спрашивает парламент? Ну, парламент это знает, но, так условно говоря, тут говорит, где? В Лондоне, Париже и Вашингтоне. Ну, где еще лежать золотому запасу Германии? Ну, сами подумайте. Не в Германии же. Смешно же было бы, если бы немецкий золотой запас в Германии лежал. Это ж курам насмех, правильно? Поэтому всякий рукопожатный золотой запас должен лежать в Лондоне и Вашингтоне. Ну и немножечко в Париже, чтобы тоже они не беспокоились. Значит, откуда взялась эта история? Когда советские танки стояли в ГДР, то золото из Германии вывезли под предлогом того, что вот-вот, значит, танковые клинья красных войдут в Германию, и весь золотой запас попадет, значит, кровавому Брежневу в руки. Вывезли золотой запас, значит, Леонид Ильич почил в Бозе,
Советский Союз Горбачев уничтожил, а золото не возвращают. За этими стенами находится одна из самых скрытных организаций в мире – Федеральная резервная система США. Это место закрыто для любых проверок. На протяжении многих лет Федеральная резервная система хранила огромные запасы золота разных стран. Даже во времена экономической нестабильности и кризиса можно было оставить здесь свои сбережения и не беспокоиться за них. Но на самом ли деле они в безопасности? И вообще, там ли они? Уже давно появились догадки о том, что в центре Центробанке США золота не так уж и много, что он распродал его, дал в долг или же использовал в качестве финансового поручительства. Германия недавно решила вернуть себе все свое золото, но Федеральный резерв заявил, что это невозможно, так как эта операция может затянуться до 2020 года. Затем Германия попросила разрешения посетить хранилище Центробанка, чтобы убедиться в том, что золото действительно находится там, однако получила отказ. После настойчивых требований Федеральный резерв все же открыл одно из 9 хранилищ, однако не позволил немецким представителям ни войти туда, ни прикоснуться к золоту. Германия хранила в США около половины своего золотого запаса, поэтому ее беспокойство вполне обосновано, как и беспокойство других стран. Любой народ хочет убрать со своей территории оккупантов. Ответьте на вопрос, что делают американские военные базы на территории Германии сегодня? Обычно на этот вопрос немцы отвечают: защищают. Тогда я задаю им второй вопрос. От кого? От члена НАТО Польши? От демократической Франции? Может быть, от грозного Люксембурга они защищают? То есть от кого? От Голландии, от Бельгии? Скажите, от кого? На этот вопрос уже ответить немцы не могут. Это оккупационная армия, которая находится там до сих пор. После 1945 года ситуация была понятная. Германия лишилась своей государственности и была оккупирована советской армией, французской, английской, американской. Все было понятно. Было создано две Германии. В каждой из Германий находились армии противостоящих друг другу держав. Но советская армия из Германии вышла, а американская армия задержалась, забыла. Задайте вопрос, что они там делают? Они присматривают за немцами. И задача немцев в первую очередь – вывести американские войска со своей территории.